как эта страна может вырваться из тупика, когда она занимается вот этим бредом? Переговоры, которые проводил посол США Торн, насколько я знаю, в завершении его делегация вернулась буквально вчера из Египта. Вы должны быть, но как выбирать надо? Это было обусловлено нашим желанием продвигать идею инвестиций. Учителя выбирают учителей в городскую думу, а врачи врачей. А военные военных. Этого достаточно, чтобы выбирали лучше. Именно поэтому мы направили туда делегацию. Я пока не читала выводы посла, но я знаю, что он какие-то публиковал свои заключения. Мы должны по-другому. Мы должны думать о профпригодности, о том, что профессионалов было больше в стране, инженеров, поваров, летчиков настоящих. А не политиков, которые ничего... Политики — это, в общем, профнепригодные люди.